сегодняшний видеоролик будет для вас заключительным в плане того, что я буду говорить об HD Video Box. Если вы столкнулись с такими проблемами, как у вас не отображаются картинки, но вы заходите в вкладку «Видео» и можете включать какой-то либо фильм с того источника, который вам нужен с тем же самым разрешением. Это исправляется просто обычной перезагрузкой. Вы просто перезагружаете ваш телевизор или это будет приставка, и это фиксится. Если это не фиксится, вы всегда можете спуститься в закрепленный комментарий, увидеть для себя нужные зеркала, которые помогут вам обойти эти трудности, или же скачать новую версию приложения. И все. И у вас, в принципе, все будет работать. Точно так же обратите внимание, чтобы у вас совпадало время и дата с текущим временем, имеется в виду в тот момент, когда вы смотрите, чтобы это было не сбито. И все, в принципе, будет работать. Все, больше ничего вам не нужно знать. Если вы не знаете, куда вбить зеркало, вы можете перейти по подсказке видео с прошлым видеороликом. Я демонстрирую это все наглядно, что, где, куда, с примерами. И все, в принципе, ваша ситуация будет решена. Поэтому не переживайте, не паникуйте, вы это можете сами исправить, даже без какого-либо вмешательства другими источниками. Поэтому, чтобы не пропустить мои новые видео, прожмите на колокольчик, подпишитесь на канал и оставьте положительный комментарий, какой из способов вам помог. Это было зеркало, новое приложение или же просто вы перезагрузили ваше устройство. Дальше больше, скоро увидимся.